На валютном рынке Приднестровья по-прежнему наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением. Так, сегодня на аукционе ПРБ совокупный спрос составил в эквиваленте 13,5 миллионов долларов США. По итогам торгов было продано почти 200 тысяч долларов США, 129 тысяч евро, 4 миллиона 800 тысяч российских рублей и более 5 миллионов молдавских леев. Такую информацию опубликовал сегодня официальный сайт Приднестровского центробанка. Отмечено также, что реализованная валюта пойдет на закупку фармацевтической продукции.